Предельная концентрация вредных веществ превышена в 222 раза. Прозванные в народе «Кровавые озера», что вблизи Майна, грозят экологической катастрофой. Диковинные водоемы появились более полувека назад. Это отстойники бывшей медной шахты. Красные озера уже стали местной достопримечательностью. Здесь часто бывают туристы. Каждый спешит сделать экзотическое селфи. Об этих местах мы рассказывали еще год назад. Однако только сейчас выяснилось, что эта красноватая вода – настоящая яд. И нередко она попадает в Енисей, русло которого расположено по соседству. Специалисты республиканского Минприроды провели анализы проб и пришли к пугающим выводам. Все данные переданы в Росприроднадзор. По всем этим веществам были выявлены превышения. В частности, по нефтепродуктам в 3,8 раза, по железу в 222 раза, по меди в 13 раз и по цинку в 18 раз. Конкретно установление хозяйствующих субъектов, которые привносят в эти техногенные водоемы нефтепродукты, будут проводиться дополнительные мероприятия.